Еще более миллиарда гривен государство планирует потратить на реконструкцию Одесского аэропорта. Соответствующее решение внес Кабмин в госпрограмму развития воздушных ворот страны до 2023 года. В этом году заказчик реконструкции получит почти 703 миллиарда гривен, а в 2022 еще 402,5. За эти средства завершат установку метеорологического оборудования и начнется строительство новой рулежной дорожки. Кроме этого, появится дополнительная светосигнальное оборудование. Напомним, строительство взлетно-посадочной полосы одесских воздушных ворот завершили в конце 2020 года, но она до сих пор не введена в эксплуатацию. Для этого аэропорт должен получить сертификат в госавиаслужбах Украины. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев туман все еще будет вносить серьезные коррективы в работу Одесского аэропорта.